человек такое существо, когда это самопроизвольно настроится. Волевое усилие, больше ничего не работает. То есть настроиться, работу надо делать, она такая. Это, знаете, как прививка советская. Все делать. Просто взять и делать. Само собой настраивается. Да с удовольствием уже после долгого перерыва идешь на работу. С удовольствием. Соскучился за всеми. Всех хочется увидеть, поделиться своими впечатлениями. Да нормально. Отгуляли, теперь можно и работать с новыми силами. Пенсионерка, так что я отдыхаю все время. Дома с семьей, я в декретном отпуске временно, поэтому... В Новый год это семейный праздник, Рождество я тоже считаю, что семейный праздник, поэтому тепло дома с семьей, за застольями, с сыном играли, ну, в общем, здорово было. Вы знаете, диета. Сразу все со стола жирное, сладкое, до свидания, овощи, фрукты, воды побольше. Путешествовал по музеям. С детьми занимались всякими делами интересными. Дело в том, что я пенсионерка, и мне все равно, трудовые, не трудовые. И в гости ходила, дети приглашали в гости, а на Рождество я в церковь пошла и на Малаховом кургане немножко погуляла. А расскажите, пожалуйста, тяжело возвращаться к трудовым будням? Да нет, нормально, все хорошо. Да я не знаю, у меня межвахта получается, 2 недели отдыха как раз, так что у меня было хорошо. Просто потому что спокойно отметили, не знаю. Всегда сонные. Всегда, да. Сложно, конечно. Но... У меня все просто. Ну, как это делается? Я себе сбила режим во время каникул, но сейчас уже нормально восстановила. В 7 утра сегодня встала. Рутины нету. Это для лодыря рутина, а для обычных работников это обычный рабочий день. Для меня праздник, это, так как я пришла на человек, то это было Рождество, и я его провела в храме. Вот, поэтому... А так, нет, в свободное время от работы, то можно пойти спокойно сходить в кафе, благо у нас работают они, там, хоть круглосуточно, так скажем. И, ну, и чувство праздника было, то, что люди ходили радостные, было приятно поздравлять на работе, то, что с праздником вас, да. Я пенсионер, отдыхаю, поэтому у меня... Каждый день праздник. Я люблю свою работу, возможно, поэтому. Мне комфортно работать.